Издание «Проект Медиа» нашли у Кадырова несовершеннолетних наложниц. Одна родила раньше 16 лет. Как заявляют журналисты, Кадыров неоднократно вступал в сексуальную связь с девушками значительно младше себя. В том числе не достигшими возраста согласия. Так выяснили в проекте. Кадыров предпочитает девственно-юных девушек, школьниц или студенток первых курсов. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки. Может, даже сотни. Когда Рамзан возглавил республику, девушек для него ловили на улицах по беспределу. Он лишал их девственности, и с тех пор они живут с клеймом бывших наложниц. В тот момент, когда Хазуева получала приз за второе место, она уже носила сына Рамзана. Тогда Фатиме было 14 лет. Она еще училась в школе. В 2008 году сына Адама Рамзану родила 16-летняя Замира Джабраилова. В дни конкурса ей было 14 лет. Сына Рамзана Кадырова, Адама, с первых дней его жизни будут представлять сыном другой женщины. Может ли эта семейная тайна быть причиной ненормальной жестокости, Адам? Всего у Кадырова десяток наложниц в гареме. Одна из них – Тамила Сагаипова. Еще в 2012 году пела о Кадырове «Мой нанак». Но главное в этой песне слова, во втором куплете. Там перечислены многие наложницы Кадырова.